А куда я попал? Да. Сейчас, смотри, в прыжке Андер забираю. Погоди, погоди. На! На! Еще! На! Эй! Крысу! Привет! С тобой Серега Сайбербанана, и ты часто меня спрашиваешь, а какое разрешение самое лучшее, чтобы, во-первых, был хороший FPS, во-вторых, хорошая картинка, и, в-третьих, всех как-то нужно нагибать. Разрешение ставишь и тау-тау-тау-тау! Проверил абсолютно все разрешения, и смело могу заявить, что в этом ролике ты увидишь самое топовое, самое лучшее разрешение в уходящем 2020 и в наступающем 2021 году. На! А именно 1024x768. Приятного тебе просмотра, поставь лайк и убедись, что это разрешение самое лучшее. Поехали. Русский есть. Русский? Ай-ай, русский. I'm sorry, man. Тут-тут-тут-тут. Промазал. Ой, я продал своего. Блин, это просто разрешение, на самом деле, самое лучшее. Ты видишь здесь морды, вот такие морды на весь экран. Ты посмотри, какой чел. Смотри, какой он огромный. Ты, говорю, жопа здоровая. В такую хрен промажешь. А вот Серега и раунд-то и вытащил. -3! Юху! Широка река. Голубого ручейка. Заявочка на раунд. А куда я попал? Раз. Два. Добро, спасибо. Ваю бла-бла-бла every time. Бла-бла-бла, don't say please. А ты знаешь, что я сейчас буду пить? Сит-ро. И сейчас я тебе покажу, как на самом деле нужно играть с лучшим разрешением и с лучшим, чисто как на Тимати похож, и с лучшим напитком этого года, уходящего. Hello, guys! Что он сказал? Жесть, у него рация там. 515-я база, ответьте. Ля, прицел какой! Я хочу с ним играть. Это кто? Юра Ок. Ля, слышь, звезда просто. Прочитано. Чека Сити. Или где он? Там яма, скорее всего, была. Да уже никого. А, все реально. Подзатупил слегка, да? Разрешение ставишь и тау-тау-тау-тау! На! Давай, Серега, ты должен успеть просочиться. Смог. Развеивайся. На! Давай, 30 фрагов за игру настреливаю, с тебя лайк. Понял? Где там камера-то? Вон она. 30 лайков. Ой, 30 лайков. На! На! Еще! На! Эй! Крысу! С тобой нормально все, Фиолет? Белка. Белка. Вот это трехочковый! Разрешение пушка, понятно, все само собой, но и рекламку тоже нужно посмотреть. Залетаем на сайт hellstore.net, есть здесь несколько игр, как CoinFlip, так и классик. Сегодня, кстати, покатаем в классике. Что такое этот классик? Это чем больше ты поставишь вот в этот кружок, тем больше вероятности забрать весь банк. В принципе, давайте сейчас поставим ставку и на примере покажу, как это выглядит. Итак, есть у меня парочку предметов уже из инвентаря Hellstore, давайте сразу мы их поставим и испытаем свою удачу. Нажимаем кнопочку поставить и все, мы в игре. Пока 97%, но подождем, ребята еще зайдут. До начала остается 3 секунды, 46% победа у меня, остальные, фу-ху-ху-ху-ху. Давайте, пацаны, пожелайте мне удачи. Так, а вот здесь надо остановиться. Ха-ха, Серега молодец. Ну и для тебя, конечно же, подгончик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод Cyberbanana и испытай свою удачу. 60 центов прилетит тебе молниеносно на счет. Пробуй, ссылочки в описании. Ля, слушай, он шьет. Фишка, прикинь, я никакую фишку не знал. Мне что-то бровь чешется нереально. Это плохо, когда бровь чешется. Это значит, мне надо сладкое поесть. Пойду себе сладенькое возьму. Летим, берем петушку в руки, начинаем просто зажимать.
Вот и все. Ты должен был в миду стоять до последнего, а ты взял и дал позицию. Братан, я не очкошник, я не знаю, блядь. А сейчас что такое, что было? Я же кнопку не нажимал. Давай, сколько сейчас сделаю киллов, столько ты друзей позовешь. Так, все, пошла жара. Раз. О! Да моих забирают подписчиков. Двоих ты точно зовешь, третьего не в счет. Третьего так просто крикни. Путин на медведе, Virtus Pro идет к победе. Калинка, маля, ла-ла-ла-ла. Да. Видишь, вот стоит только один раунд затащить, и пошла жара, да? Смотри, 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 что делаю. Смотри, что умею. Да? Я смотрю вот туда, я привык, что я же... Смотри, забираю, чекай. Поехали. Сейчас, смотри, в прыжке у Андер забираю. Забрал. Тихо, минус 3. Сейчас я сделаю. Найс. Так нечестно, он ушел. Кон. Эйс! Ну ты попросил, я сделал. Эйс, еще добавок No Zoom, ты понимаешь? One moment, guys. Сейчас расскажу тебе о конкурсе. Вот прям вот здесь вот он появляется. Через пару дней подведем итоги. Буквально осталось вот 1-2 дня и все уже. Вот эти все крутейшие скины можешь выиграть ты. Ссылочку я оставлю в описании. Так, хорошо, Зевс. Зевс на этом разрешении попадает в любой момент. Вот куда бы ни стреляешь, ты всегда попадаешь. Савика, кстати, то же самое происходит. На этом разрешении Савика ты вообще вырубаешь как не в себя. Просто летим. Чел в коннекторе будет реально в шоке. Вот так вот. Гой. Эйклир. Комби. Не знаю, как вы бегаете, я, блин, вам планеты открываю, вы где-то бегаете. Мы ждали поджималку. Поджималку? Он где-то тут, да. Ты когда стреляешь, W не нажимай, лево-право не нажимай, назад тоже не нажимай. Остановился, пострелял. Это работает. Я проверял. Грин, give me bomb. You ее просрешь. Цель in Russia, please. You просрать бомбу. Идут двое идут. Не стреляй, дай на нож посажу. Погоди. Хорошо. Есть маза, вы 4Б, я 1А, и сейчас мы разорвем им жопу. А что они именно в меня тут стреляют? Вот это хорошо. Ничего себе. Да что, ничего себе, ты видел реакция какая? Симплуха вообще на втором месте. Ай-яй-яй-яй-яй, Коко Джанго. Смотри на мужика, яйца! Не поймает, не знаю где я. Смотри, вообще, ниндзя. No zoom! How many years old? Какая тут энергия. Три килла. Слушай, хорошее разрешение, реально. Ну это мой тип. А зачем я в ногу стрелял? Надо было в голову стрелять, тогда был бы мой. Чтобы стрельбе, Серега. В жопу этот прицел, где мой? Надо свой на место поставить. Я чувствовал это, понимаешь? Пахло жертвой. Смотри, сейчас два вандер и трое мид. Мы занимаем мид, после чего кто-то подсаживается в окно. Б зажимаем и разрываем всех. Спасибо, я уже понял, что раунд начался великолепно. Чуть-чуть пострелять, а то он... Да не в меня! Чё у тебя мания-то на меня? Что такое? Что за этот... Ему 30 фрагов в те времени, кстати. Кто там что-то, помните? Лайки там, все дела, 30 лайков там. Ну, теперь пора выигрывать, да, пацаны? Ну, а разрешенница-то, а? Как я тут? И туда, и сюда. О, смотри. Вот этот ВП делает грязь минус 2 на виду. Показываю. Давай сран буста. Не-не-не, сран я не умею буста делать. Кон. Так очень круто, лошадка пробила. Минус 1. Кон, один. Я понял. Сзади лев. Играю на бомбу. Здесь всех.
Найс, русский, найс! Ну все, теперь можно играть. Хедшоп, хедшоп. Yes. Найс. No, defusing. Rush. Русский, найс. Nice. Тот дворе, бро. Тот дворе. I have best тактик. Жалко, что никто не похвалил. Я вроде как бы там это, ну, старался, что ли. Там Зев сделал, там, в прыжке, там, ну, под флешку, там, пик, там. Ну, ладно, ладно, я сам себя похлопал. Сюда. Я не целился, он сам стоял на прицеле. Ну, пора включаться, Серега. Не, ну Серега, ты включился, ты видел? Видел, какой красавчик? Ну, аплодисменты там, да, я тоже сам себе это нарежу, пацаны, нормально. Это ты там яйцами, что ли? Или что ты там, вертолетик? Или что ты там делаешь? Надо ладошками это делать. Бля! Сейчас я посру, скажу. Вообще, тип-то вообще странный, тип, очень странный. Так, все, давай на сегодня закончим. Спасибо тебе большое за просмотр, за лайк, за комментарий, который ты прямо сейчас напишешь, и за то, что ты подписался. Благодаря тому, что ты досматриваешь до конца, я вдохновляюсь и делаю снова, снова и снова качественный и интересный контент специально для тебя, чтобы тебе повышать, во-первых, настроение, во-вторых, что-то полезное для тебя тоже рассказываю. Все, давай, пока-пока, посмотри еще вот это годное видео, там ссылочку тоже в описании найдешь, там, ну, конкурс, сам понимаешь. Давай, удачи.